Я про вот эти котельные, да, которые у нас в городе появились. Мы все понимаем здесь, кто в городе живет, как они появились. Это люди бизнеса, которые прошли 100 кругов ада, причем готовы были занести и заплатить в администрацию столько денег, но их не подключили. Вот отсюда они появились. Так ведь? Вот 13 лет администрация платила, плодила эти котельные. Поэтому, на самом деле, ликвидировать их, вот администрация современная, которые сейчас вот от роду 2 месяца, они это смогут сделать, и смогут сделать это очень быстро, только разрешение на подключение. Потому что у всех желание, у тех, кто даже сегодня построили эти котельные, ликвидировать, оно моментальное будет. И все мы понимаем, что это можно сделать за месяц. Но только здесь нужна политическая воля. Владимир Николаевич, я вас перебью, извините, но есть же вообще-то мощности центральных источников. А зачем мы тогда об этом ведем речь? Так, вы или подключаете, или не подключаете. Ну, нам вот это тоже надо понимать. Подниматься тоже в том числе. Если есть, все, надо подключать. Если нет, зачем мы об этом говорим? Коллеги говорят о необходимости подключения. В первую очередь необходимо определиться по мощности, да, которая у нас есть по факту. Потому что у нас в городе на балансе теплосетей вот, в настоящий момент находится 9 малых котельных. Мы, конечно, готовы принимать активное участие, включить в план мероприятий именно вопросы по замещению, да, либо по подключению. Но здесь необходимо будет прорабатывать, понимаете, у нас вопросы экологии и вопросы тарифообразования. Это две параллельные, которые не совмещаются, да, потому что если мы говорим про тариф, где у нас, по сути, есть предельные индексы роста, выше которых не включают, соответственно, и включение этих мероприятий в тариф практически невозможно. Да? Поэтому, в принципе, мы готовы предоставить наше видение ситуации в части переподключения, ухода от малых котельных. Да? Но вот вопрос, связанный с подключением последующих абонентов, ну там надо комплексно решать. Там, в принципе, у нас разработаны мероприятия, но тогда необходимо будет определяться с источниками финансирования на проведение этих мероприятий, чтобы высвободить мощность и эту мощность уже дать тем предпринимателям, которые в свое время, да, поставили вот эти малые свои котельные для отопления. Говорить о том, что сейчас они придут не в администрацию, они придут в теплосеть, и мы скажем о том, что подключайтесь, такого не будет.